Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем нашу прыжковую одиссею с игрой Jump Light Odyssey Капитан Галактики. В прошлой серии мы чудом избежали проигрыша окончания игры, поражения не от злобного флота злюкопанцев, а исключительно потому, что могли остаться без ресурсов из-за того, что у нас поломался один челнок, второй был вообще потерян, уничтожен, погибли ребята, да, первые у нас потери, у нас три, да, где ж ты, господи, три первых чувака потерялись, и даже портреты их потерялись, жалко ребят, совсем мало памяти от них осталось, но мы выжили, да, сделали новый челнок, починили такие второй, который поломанный, который я уже списать успел, но тем не менее он все-таки ужил. Давайте попробуем. Да, прыгнули, в общем-то, в новую систему. У нас сейчас достаточно много времени. Система у нас как раз богатая материалами. И, ну, есть, в общем-то, и металлы, поэтому будем надеяться, что дефицит, господи, что ж у меня с речью-то сегодня. Дефицит ресурсов у нас будет устранен. Отправляем туда наши, в общем-то, корабли. Нехай они сразу летят добывать нам ресурсы. Система, кстати говоря, действительно бедная. В ней не очень много заданий, поэтому мы достаточно быстро должны будем в ней все выгрести. Но проблема в том, что прыгать-то нам, в общем-то, все равно тут путь один. Поэтому пока мы не наберем 50, мать его, этих лучей, да, все равно деваться нам некуда. Что ж, 46 минут у нас есть. Корабли, челноки отправлены. Да, еще у меня все плохо, да, очень-очень плохо. У нас люди невыспатые, голодные, хотят пить. И парочка даже в отчаянии. Кстати говоря, об отчаянии. Отчаяние лечится у нас, в общем-то, в том числе и медиками. Лечится оно... где у нас медицина-то? Господи, вот она, медицина. Лечится оно в специальном отсеке, да, который называется вот кабинет терапии. Да, облегчает страдания тех, кого одолело отчаяние. Но здесь, опять же, куча ресурсов нужна, которых у меня нет. И поэтому... мы попробуем сделать немножко по-другому, побороться с их отчаянием. С едой, водой, в общем-то, борьба у нас единственный способ, это понатыкать, в общем-то, автоматов. Кстати, да, давайте я приоритет это поставить-то забыл. Нет, наверх. А, здесь есть, наоборот. Да блин. Да чтоб ты, да что ж ты будешь делать? Что ж ты проматываешь-то все время этот уровень? Да. Хотя бы воду зарядить. Да, народ и спать уже хочет. Как видите, ярлыки довольно у многих, но здесь нету. Да, действительно, это просто пролюблена иконка. Потребность у людей в сне есть. Ну и во всем остальном тоже. В общем, нехай они работают. Да, мы пока попробуем разобраться с теми, кто у нас в отчаянии. Ребят, можно понять. Да, с такими, в общем-то, заявками, собственно, нет, ранен, избит, только как-то вот так, вот, в отчаянии, тетенька, да, можно попробовать в нее зайти и воспользоваться нашей свиньей, поставить ей вдохновление, и, собственно, зря я с нее вышел, сделать то же самое для еще одного персонажа, который тоже надо найти. А, ну вот, у нее в отчаянии значочек появился, да? Давай искать, у кого еще есть значочек в отчаянии. Что-то я не вижу больше. По идее, должен быть там же где-то внизу, но... Что-то... А! Да ладно! Все плохо. Если у нашего талисмана отчаяние, то это плохо. Это очень плохо, да. Кто ж тебя-то будет радовать?
Ну, тут да, надо еду, сон, в общем, все надо, ресурсов по-прежнему не хватает, не хватает, надо... Ой, все надо. Ладно, ждем, пока прилетят наши кораблики, ну, здесь пока построят комнатку хотя бы. Так, первый звездолет вернулся, и он привез нам 21 материал и 16 металла, что хорошо. А вот пластик, я так понимаю, мы здесь не найдем, да? То есть я все-таки, наверное, проиграю. Или пластик мы можем найти там же, где и эти самые. Так. Немножко подраненный, но это не страшно. Давай, поиск и спасение. Так, а второй звездолет прилетел. 26 материалов, 14 металлов. Да, блин, даже не закрывает полностью потребности по металлу. Да, блин. Да что ж ты делаешь-то? Улучшение, о чем вы? Я просто хочу выбрать челнок. Че ты пристал ко мне с этим улучшением? Странно, он почему-то не выбирается. Ну, ладно, тогда через задание его зарядим. Операция по сбору данных, да. Ну, вы немножко не в радости, но тут опять же, да, не сильно это критично. Сбор данных — это дело такое. Боевой воздушный патруль. Отправить можно, но смысла я не вижу. Так, я надеюсь, сейчас найдут мне на поиск спасения хотя бы немножко пластика. Благо, мне его надо чуть-чуть. И его надо, иначе все будет плохо. Иначе все будет плохо. Да, вернулись. И опять пропали. Раненых много стало. А почему? Откуда у нас столько раненых вдруг вылезло? Вроде ж не было. Отчаяние. Народ продолжает оставаться в отчаянии. Скорее всего, тоже, в общем-то, с этим ничего пока сделать не получится. Блин. Я не ожидал, что такая жопа будет с материалами. Как-то я вообще переоценил свои способности в этой игре. 38 и количество только 41. Вы откуда вообще? Почему нет никого в медотсеке? Какого хрена? Вы, наверное, болеете из-за нехватки еды и воды. Это плохо. Прям совсем плохо. Что ты везешь, красавица? На что ты не говоришь о людей? Сука. Он привез нам людей. Блин, еще больше голодных ртов. Еще больше жопа у нас тут творится. Ну, ты, конечно, идеально провел работу. И это, конечно, офигенски, но... Так. И что у нас тут? Шанс на спасение одно всего. То есть, понимаете, мы сейчас здесь застрянем наглухо, без ресурсов и без возможности куда-либо улететь. Все-таки я, наверное, продумаю. Здесь теоретически можно, конечно, разобрать истребитель, который пока нам не нужен. Сколько он стоит в ресурсах, мы так не увидим, да? Биомассу надо выращивать. Надо еще строить. Ой-ой-ой. Воды, кстати, вроде поменьше стало жертву, да? Так. Столы вы можете построить. Лучше бы вы кухню построили, а не столы.
Блин. Идеально. Еще, значит, еще народ везут. А нет, ты глянь, 40 металла, 19 пластика. Слава тебе, господи. О, ой, господи, слава тебе. А мы хоть достроим кухню. Мы хоть сможем достроить кухню. Ура. Ура. Давай быстрее. Быстрее достраивайте кухню, ребят. Это прям вот прям приоритет. Приоритет. Прям бегом. Все строят кухню. Ай, так. Начинает питаться. А то у меня сейчас народ тупо от голода начнет загибаться. Ну, ускоренных. Так, 29.30 уже почти готово. Это хорошечно. Кислород есть. Давай, давай, давай. Бам! Готово. Кухня. Нет. Какое строительство? Повысить приоритет, распределение, обработка. Вот. Вот, вот так. Все, всем срочно, понимаешь, строить, строить. К вопросу о строить. Мне, наверное, нужна все-таки биомасса в первую очередь, да? Из нее еду будут делать, из нее пластик можно будет делать. То есть это все, конечно, хорошо. Но сначала нужно сделать то, что из чего ее будут делать, да? С другой стороны, мне и кроватки тоже нужны, блин. Блинский, блин. Кроватки-то тоже нужны. Экипаж не высыпается. Люто. Сколько они там у нас по ресурсам? 8 пластика, зараза. Я могу поставить, только одна погода не сделает. Одна кровать погоды мне не сделает. Поэтому давайте лучше посмотрим на производство биомассы. Допустим, вот здесь мы сделаем комнатушку, теплицу. Пока, допустим, вот так. Два металла на это уйдет. Это можно нам пережить. И поставить здесь, собственно, ферму водорослей. Да, тут, кстати, можно разные строить эти самые. И они дают разные, собственно, ресурсы. А, ага. Вот так вот, значит, да. То есть у нас... Ключ зависимости. Да, то есть нет, ферма водорослей производит биомассу, а эти из биомассы делают еду. Вот оно что. Ну, там еще более продвинутые есть, ну, понятно. Ну, для начала нам нужна хотя бы биомасса, да, которую, собственно, можно превращать в пищу, поэтому вот единственное, я не помню, нужны ли нам что-либо для того, чтобы биомассу превращать в еду. Еду в блюдо, это понятно, а вот... Так, здесь так не влезет. Ну-ка. А вот так влезет. И даже место останется. Давай вот так поставим. Тоже нужна, кстати, биомасса. Для производства биомассы нужна биомасса. Ладно. Погнали. Так. Как у нас тут, блин. Как у нас тут, вот сюда, пожалуйста. Процесс пошел, народ готовит. Это хорошо, кто-то даже уже пришел что-то жрать. Еще лучше. Так, или это, кстати, в рамках кухни делается. Вроде нет, да, у нас тут еда в блюдо, блюдо в голод, еда, то есть просто надо поставить грядочку, которая будет производить еду. Да, видимо так. Лады, это хорошо. Так, ну чё, где есть, есть, где спать, в принципе, пусть и мало, есть, лечиться есть. Вода, да, 47 уже потихоньку уменьшается, раненых, блин, без сознания. Почему-то не хотят лечить. А, нет, вот пошел процесс. Маловато, конечно. Надо еще койки ставить, но... Пока погодим. Так.
Значит, здесь у нас челноки стоят, да, потому что некуда вас отправлять. Мы тупо ждем, пока дорастет до прыжка. 26 минут еще. Окей. Так, тут работа кипит. Тут тоже все хорошо. Ну, собственно, остается только... Блин, подождать, потому что я забыл нажать кнопку подтвердить. Вот. И процесс стройки пошел. Посол, посол, посол. Кто-то вырубился. От истощения? От всего, да. Голоден, ранен, измучен, обезвожен, грязный. И вообще без сознания. Очень-очень-очень плохо. Кто-нибудь обработайте дяденьку медгелем, пожалуйста. Да что ж творится-то в этом заведении? Что там с ним такое? Да не с тобой, господи. Еще не попадешь, да ни хрена. Я же тебя как-то наводился. Почему здесь один только врач, я не пойму? Чем заняты остальные ученые? Отдыхает медотсеки. Стой, стой! О, я наконец-то в него попал. Боевой маршал. Это у нас кто-то из высших чинов. Скорбит. А-а-а. Кто-то помер. Понятно. Ну, сорян. Так, у тебя избит по-прежнему. Статус остался. А, ну, в общем, все нормально, да? Там все хорошо. Лежит там, избит, голодает, грязно измучен, злорадствует. И ушел. Поражают меня, ребята, да, поражают. 35 уже. Оп, мы... Так, кто-то все-таки умер. Кто-то все-таки умер. Да, пока один. Но, тем не менее, я чувствую, это будет следующий. Тоже, кстати, ученый. На здоровье практически до нуля упало. Несмотря на то, что народу теперь есть... Ой-ой-ой, так, есть где питаться. Так, кто-то здесь мудро заперся. Только как комнатку-то поставить? Нет, не так. Сделаем вот так. Вот здесь дверку добавим. Ка. Вытаскивайте его оттуда. Здесь еще это электричество не подведено. Ой, электричество, оно и не будет подведено, я забыл его поставить. Молодец. Молодец, как всегда, ни электричество, ни кислорода я не поставил. Глянь, как упало. Офицер умер. Все-таки он помер. Он все-таки помер. Тринадцать человек умерло. Офигеть. Вот это падеж. Вот это падеж. Один из... Кто-то из отчаявшихся тоже помер. Я так понимаю, осталась только свинка. Не понимаете, съездик, ну так, еще кто-то у нас в отчаянии. Ну а что, можно понять, ребятки, ваше отчаяние? Еще бы вы были не в отчаянии. Четверо без сознания и всем похрен. И ходят, бродят, грязные. Ну грязные это не самое страшное, а вот то, что жажда, голод и усталость. А все потому, что Дид не смог правильно распределить ресурсы. Да,
Кажется, эта серия все-таки будет последней в этом, в этой Одиссее. Придется начинать все сначала. Падешь — просто пипец. Так, ну а падешь — просто пипец означает, что нам нужен морг. Нужен морг, чтобы складывать куда-то трупы. Еще есть? Нет, пока только 13. Здесь человек умер у меня от голода и вот этого всего. Так, морг нужен где-то здесь рядышком же. С этим самым. С медотсеком. С медотсеком, медотсеком, медотсеком. Знаете, что надо сделать? Кстати, я могу вообще назначать-то чувака, нет? Назначить офицера. А, вот. Могу. Ну, давай, что делать? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Нет, не туда. Рядом с медотсеком. Наверное. Давай как-нибудь. Нет. Отдельного морга, по-моему, нет тут. У нас тоже идет как медотсек. Давай вот здесь так вот сделаем. Утвердить. Кстати, наверное, даже мы еще вот что сделаем. Вот эту комнату расширим до конца. Вот так вот. Так, а здесь тогда... разместим микроскоп, медданный, холодильник, морг. Вот он. Да. Морг, который вмещает 6 штук. То есть мне, в принципе, его даже не хватит, да? Мне надо 2. А между тем по 10 единиц железа строят, блин. Пипец. Просто пипец. Какая же фигня у меня получается. Несмотря на то, что это морг, здесь все равно нужен кислород и электричество. Ну, может, хоть один успеет построить, я хоть часть трупов туда уберу. Так, и я хотел вот что. Так, что у нас получается? Солдат 21, ученых 20, снабженцев, инженеров 24. Давай-ка мы 4 инженеров перекинем. Все пораненные. Перекинем, допустим, в ученых. Перевести ученый. Так. Ну или 2 хотя бы. Просто, ну, потому что, ну, лечить некому. Кому, какого хрена некому лечить? Почему гражданские не дохнут? Лучше бы гражданские дохли. Они, я не знаю, может быть, в перспективе их можно будет этот самый, как говорится, улучшать. Но пока не улучшать, ну, в смысле, да, менять им специальность, обучать как-то, я не знаю. Но пока такого нет. Все. Так, еще больше. Готов прыжок, отлично. Погнали отсюда нахрен. Потому что, блин, да. Потому что пока все печально. И мне нужны ресурсы. Как-то не складывается игра. Теоретный дух пуе поле, она у нас надежда подросла. То есть мы просто прыгнули, и она сразу выросла. Что ж, это приятно, но... А что случилось с временем? Я теперь вообще должен его наугад определять, да? Да, времени нет. Странно, ну ладно, так, у нас ледяные кристаллы для добычи воды богатые, мне туда вообще нахрен не надо.
полиастероидов еще металломатериалы и еще полиастероидов металломатериалы в избытке всего. Так, ну это само собой. Если нет, летим сюда. Здесь тогда операция по сбору, поиск спасения, добыча ресурсов. Добыча ресурсов раз. Мне нужен металл. А второго на поиск и спасение мне нужен этот самый. Ну, вы поняли. Пластик. Кстати, о пластике. Как там наши дела? Куча народу рвется сюда, да, пожрать, но... Ладно, допустим. 25 жажда, жажда почти побороли. Да, пока процесс еще не готов. Так. А ты не закончил, да? А давай мы тебя тогда... удалим. Раз там никого нет, значит, нам это не нужно. Опять надежда потеряна. Еще кто-то умер. Вы же понимаете, что у меня 12 трупов только может влезть в этот морг? Да, лютая нехватка всего. Прежде всего, возможности построить нормальную спальню. Тут прям помер. На кухне прям умер. От голода еще скажет. Ну подожди, а нету статуса? Получает статус без сознания, мертвый. А от чего помер? Неизвестно, да? Ну ладно. Тупчутся все прям по трупам. 21. Медики по-прежнему не работают. Тут кто-то помер. Нет, снабженец. Бо, кстати говоря. Марта солдат. 55 раненых. Врачи лечить не хотят. Еще один отчаявшийся. От чего, ребята? Ну, еда же есть. Кто вам мешает пойти поесть? Сил нет, потому что вы устали, хотите спать. Так, ладно. Да, свинка бегает, кстати. Что у нас тут? Время так не появилось? Время так не появилось. Занятно. Ну, ладно. Может, они вообще встали? Это было просто шикарно. Чего? Так, готов. 10 человек привез. И все повырубались, да? Какая Люкопанская армада готовится к бою, ее нет рядом. Это он про метеориты, что ли, так мне теперь сообщает? С ошибочкой. Где она тут? А, во, время появилось. 25 минут. 25 минут всего? Интересно. Ну ладно. Надежда опять потеряна. Ну, продолжать народ помирать. Раненых все больше, лечить по-прежнему никто не хочет. Ресурсов по-прежнему нет. А почему, кстати, где второй-то? Он должен был раньше прилететь. Стоп. Стоп. А где было сообщение о прилете? Да что ж ты будешь делать-то? Почему я перестал уметь, потерял возможность выбирать корабли? А хрен ли ты сидишь? Все-таки забаговалось все, что ли? Сидит сбор экипажа. И как теперь быть?
А, удерживайте, чтобы вернуть. Он поди, этот народ перемер. Угу. Блин. 13 снабженцев, 20 человек умерло. Я сейчас просто весь вымру, по-моему. Просто вымрут все и все. Да, печалька. Никто не приходит медгелем побрызгать, ничего. Но слишком мало народу нам. Да нет, только улучшение. Скоро нечем будет дышать, господи. А здесь-то что случилось? Почему? А, энергия упала. То есть и этим заниматься некому. Это вы, конечно, классно придумали. Все в отрубе. Что-то я сделал не так изначально. Ну, как я и предупреждал, в принципе, в самом начале. В общем-то, мы будем проигрывать. И начинать заново. Из этого, как говорится, никуда. 25 металла. Это, конечно, хорошо, но пластика нам это не прибавит. Надеюсь, это не члены экипажа разбросаны. У нас еще и пожар начался. И гуляет в отчаянии. Ой, так, а где у нас тут огнетушитель-то есть вообще поблизости? Смотри, сколько народу уже, а? 26. Просто пердец. Так, пожар решил меня, значит, доконать. Огнетушителя я, кстати, не вижу. Вот. Его тут нет, потому что. Поэтому я их и не вижу. Надеюсь, это уровень угрозы. Что ты не можешь больше? Уровень угрозы что-нибудь да поменяет. Хотя вряд ли, конечно. Да, не, ну я, в общем-то, забыл, да. Я надеялся, что голод без еды они хоть немножко протянут. Мне обязательно, наверное, было ставить в первую очередь этот... Как он называется? Ну да, сейчас они еще задыхаться начнут. Инженеры упорно не хотят идти, наверное, потому что их практически не осталось. Ну и вообще 21 достаточно много, могли бы исходить. Вы же понимаете, что пока вы не работаете, ничего не будет. Нет, вряд ли они это понимают. Ну, сгорел челнок, горит и хата. Ну, собственно, да, наблюдаем, так сказать, за крахом нашего процесса. За крахом нашей экспедиции. А нет, кстати, он уже... Он погиб в космосе. Понятно.
Это глянь, потушился. Всего-то 3 трупа. Всего-то. Всего-то 33. Пытаясь спасти, я стал сделал еще хуже. Ну, в общем, короче, да. Нет, 21 инженер. Чем заняты? Строит, гуляет, строит, патрулирует, гуляет, переносит, патрулирует, гуляет, гуляет. За пультом на мостике, глубоко дышит, строит, дышит, дышит, переносит, дышит, ест, без сознания, гуляет, гуляет. На генераторах по-прежнему никого. При том, что биомасса, в принципе, у них должна быть. А, нет, нету тут биомассы, а тут... И тут нет, еда и медгель. Биомассу надо нести со складов, но они что-то как-то не торопятся. Ладно, да, наблюдаем, в общем, за смертью моего корабля. Не хватает снабженцев. Поэтому, в общем-то, некому не донесла. Не донесла, не дошла, точнее. Те снабженцы, которые есть, поди все в отключке, да? А инженеры до последнего ничего таскать не будем. Да, 12 снабженцев всего. Ух ты, ах ты. Ранен, спит. Переносит. Нет, кто-то что-то переносит. Ну, давай, не знаю. Парочку. Парочку, вот гуляет, блин. Давай тебе переведем снабженцы. Чтоб тебе не так весело гулялось. Нет, стоп, назад. Ну. Так, ученый. Моченый. И избитые. Почему они избитые? Я не понимаю, кто их бьет. Хотя бы парочку добавим. Не избитый, грязный. Ну, хоть пожравшая. Ну, если мне, блин, не заведут. Господи, опять пожар надо ликвидировать. Да вы издеваетесь, что ли? Надежда потеряна еще больше. Не, ну это да. Это да. Как говорится, было неплохо. Начали с интересом. Да, 4 человека еще сгорело. Ага. Скоро нечем дышать будет. Звездолет возвращается. Привез еще нахлебников, потеряв члена экипажа. Ресурсов как не было, так и нет. Мать моя женщина, что ж делать-то, а? Зато почти закончилась жажда. Те, кто ее мучился, просто умерли. Вот куда ты идешь? Вот куда ты идешь? Чинит повреждения. Да ты что? Это где ж ты нас что-то чинишь? Тут кто-то валяется. А, турельки что-то поломалось. Турельный, я бы сказал. Господи, кто-то принес электричество, это биомассу. Ой, пошел процесс выработки. Удивительно рядом. Включайте системы. А то там нечем дышать народу давно и прочно. Все. Заработало. Ну, заработать-то заработало. На фермах, правда, трудиться некому. Еду всю сожрали, смотрите. Всю сожрали еду. Две еды осталось. Охренеть. Они сожрали всю еду. Сейчас продышитесь. А я даже не заметил. Я даже не заметил. Обезвожен, скорбит, грязный. Блядь, ты опять, извините за выражение. Ты опять здесь. Как тебя сюда занесло? Да что ж вы, дебилы-то такие, а? Нет уже ресурса на постройку.
Так надо, блин. Выходи. О-о-о-о. Он еще и кровати мне порушил. Которых и так было немного. Гражданский, а гражданский назначать не могу. Да. Вот в таком составе. 9 минут, кстати. Всего осталось. Как говорится, может. А может и ну его нахрен, да? Да что ж такое-то? Все сейчас наберется. Наверное, я надеюсь. Кстати. Расчищаем завалы. Хоть какой-то ресурс. Вот, еще надежда упала. Что привез? 29 металла. Пластика только многовато минус. Но в остальном, конечно, все. Зашибись. Теряем последний, наверное, да? Опять пожар. Где? Он аж залагало все. Короче, горит все, горит везде. Надежда падает. Кому-то там нечем дышать опять. Ну да, тут у нас еще. Да. Злюкопанцы уже рядом. 5 минут, что ли, осталось? Короче, да, это была катастрофа. Опять времени. А, вот, ну вот здесь 5 минут пишет. Ну, кстати, я мог бы убежать, но я не буду. Я не буду, это все. Это эпик фейл. Да, коротенькая получилась серия. Да, да я тоже больше не могу. Забыл про воду, и после этого, в общем-то, все пошло по известному месту, да. Потому что все было неправильно, все было не так. Хотя, конечно, не только в этом дело. Да, нечем дышать, нечем пишать. Здесь все поломатое. Эти энергии нет. Звездолет возвращается, а толку с этого никакого. Потому что никто никуда больше не полетит. А тут и нечего лететь все равно. За пластиком я имею в виду. Накопили? Да, кстати, можно и прыгнуть. Можно и прыгнуть. Хоть нам это ничего и не даст. Некому воевать. Некому. Некому ничего. Jump light in 5, 4, 3, 2, 1. Надежды нет, народу нет. Прыгнуть мы прыгнули. Толку от этого тоже никакого нет. Все сгорело. Что не сгорело, то просто сломалось. Что-то пишет. Да, еда кончилась теперь еще. Ко всему прочему. А здесь, кстати, починили. А чё вот у вас тут? Нету гравитации.
Выгорели эти, что ли? Зашибись. Пластика по-прежнему нет. Ой. Да блин. Стоять. Уй-вый. Ну давай попробуем, порыпаемся еще немножечко. 6 снабженцев. Пердец. В смысле? А, она уже там сидит, господи. Что происходит, блин? Походу игра опять сломалась. Экипаж не полный. Ну, баги. Я предупреждал о багах, да, но что тут настолько плохо будет с багами. Ты смотри, здесь, в принципе, еду негде взять. Они все пошли без еды. Вода это хорошо, но вода мне не нужна. Как хорошо, что я не дожил до этого. Ира покидает челнок Селесту. Опять надежда потеряна. Ну, в смысле, помер он. Поиск и спасение, блин. Ни хрена не понимать. Почему он покидает? Назначить. Я не понимаю, почему не назначается. Хорошо, давай кого-нибудь другого. Ну да. Ну это можно. Так. 19 в отчаянии, 42 раненых, 11 обезвоженных, 59 измученных. Вот все-таки и спальные места создавать тоже надо, и ресурсов оно стоит кучу, из-за чего я, собственно, все остальное пролюбил. И вот как. Нет, играли люди, я видел, я знаю. Чё? Еще? Еще 51 человек погиб, 86 осталось. Нет, это, наверное... Да здесь нет 86. Почему... Странно. Странно, почему-то нету картинок. То энергия появилась. Ну и на снабжение опять же надо кого-то. Кого-то куда-то перекидывать. И снабженцев это, конечно, не вариант. 24 гражданских, больше всего дармоедов. Я не знаю, солдат что ли. Куда-то делись картинки. Переоделась. Куча трупов в этом. Уже давай снабженца. Что-то как было 8, так и остается. Хотя этих меньше становится. Странная. Странная система. А, пирманьяк, кстати. Вот он точно мне поджоги устраивал. Не работай. Гуляет он. Нет, 9 растет потихоньку. Ну, в смысле, то, что я их назначаю, все-таки назначается. Ну, хотя бы так, я не знаю, может, на кухню кто-нибудь встанет. Грязный, избит, измучен. Ну, спать некому, да, я понимаю.
Негде. Куча сигналов. Что там у нас? Выполнение только началось, да? Сука, вот что с этим пироманьяком было? Вот еще и двигатель поджег. Красавец какой. А? Огнетушитель сгорел. Или это кислородный этот? Тоже прелестно, да? Вот оно все сгорело, мне отставить-то нечего, в общем-то. Как говорится, усо. В смысле. А ресурсов-то нет? Да. Пироманьяк, это прям вот, я не знаю, что с этим делать. Сади его в истребитель, гони, пока не сдохнет. Опять людей привез? Да? Ну, надежда от этого выросла, а значит, вряд ли я от этого сдохну. Я не знаю. Мне, честно, вот продолжать эту партию совершенно не хочется. Куча, сколько. Я только челнока два потерял, блин. Три. Нет, два. Все-таки два. Два челнока потерял, куча народу передохла. Опять кто-то где-то задыхается. В общем, да, давайте начнем все-таки по новой. Постараюсь не забывать ни про что, но и в то же время не тратя кучу ресурсов на все сразу, но по чуть-чуть, понемножечку. Лучше сделать маленькое, зато... Может, ты сожжешь себя уже, пироман хренов. Зато, как говорится, сразу, в общем-то, все, то есть построить и... спальные места и маленькую медлабораторию. Хотя, блин, ну как маленькая? Я не знаю. Ну я же видел, люди играли. Ладненько. От серии на этом тогда все. Если она вам вдруг понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре на моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас Делитрова, подписывайтесь на мой канал там. Не забывайте заглядывать нам с Лаградкой на наш Discord сервер. Ну и не забывайте нажать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А это прохождение на этом все. В следующей серии начнем новое. Всем спасибо и пока.